афина. В садик мы ходили когда-то. Это церковь наша. Луга все залило. На край села того сходим. Потом обратно пойдем. По берегу. Thank you.
окраине села. Что посмотрим. Ходники стреляют. Блин, мусора сколько оставили козлы за собой. Гребаные шашлычники. Идиоты.
Мерить. А? Да я смотрю, что там как вода поднялась, да. Там что ли? Так, прошелся, но. А? Да для мусора столько накидали. Отдыхающие, любители активного отдыха. Вот там, да. Граждане, блин. Хули, у них коронавирус. Алкоголики. Но. Едут сюда все. Ну и все мусор сюда везут. А? Нет за собой собрать, да? Но. Там вода на ногу поднялась, мерили, да? Немного. А, на 17 поднялась, да? Сейчас это, за последние это, да? А? Ну, сейчас последние эти замеры, да? Вот, за день. За день, 17 сантиметров, да? Ну, так-то немного. Thank you.
Да, поехал уже на лодке. Тот берег там с гусями зовут. За утками, за гусями, она ездит. Нам болото. На лодке уже поехали, на гусей, на уток настреляли. Едут на лодке. Мы оттуда пришли, с того конца села. Сейчас тут начало к нам пойдет. Легким паром. Здорово. На улице похолодало.
Ветер холодный. Готовится в рейс. Готовят, вернее, в рейс. Это улов. Здоровье на берегу. Уж когда встанут, здоровье затут придут. Потихонечку. А, кузов они уже сняли, стали. Кузов там был. Они на мазе, на этом. Уже одна кабина, ран 6 осталось. Рама. Вот. Гуляем потихонечку. По берегу. Сегодня такая экскурсия небольшая по селу. Вон, да. Не упала вроде как еще. В принципе, не критичный уровень воды. Так, лодки уже настрелили. Люди уже. Всеми за утками ездили. Дождь начинается. Холодно. Сколько техники на берегу. Капец просто. Ужас. Техники полно. Еще скоро уйдет. Техника вся эта лишняя уберется. Thank you.
уже дошла. Дэвис. Ох, воды сколько. Вот еще прибыло. Что метку ставил. Что, Дэвис? Вода уже прибыла еще. Прибывает. Уже уровень воды еще поднялся. Где вода? Кто-то из охраняющих корабли, да, Тавис? Блин, капец. Сколько уже воды. Тут баржи стоят. Блин, я только здесь еще ходил сегодня уже. Уже ни хрен пройдешь в этих сапогах. Сегодня только днем ходил. Себе бил воды прибыло. Да. Уже воды прибыло нормально так. Охуеть. То есть вода уже вышла сюда, получается. Уже здесь вода. Если нам бревна туда наверх ставить, наверное, здесь уже вода. Воды здесь не было сегодня днем еще, когда я снимал-то. То есть уже вода до сюда дошла. Офигеть. Здесь опасно сейчас. Вы видите, никто в воду не упал. Не провалился никуда. Да, воды море. Море, море, море. Море, море. Все, воды сколько. Сейчас себе воды. Опасно, опасно. Себя. Вот тут уже ямы, можно провалиться, тут уже нельзя, опасно ходить. Уже вниз спускались, сейчас уже вниз не спустишься. Мусора сколько прибило. Вода упадет, только тогда уберем. О, лодка в падке. Батя. Да. Ужас, сколько воды.
общем, пришли мы с одного конца села в другой. Конец села, грубо говоря. Да. Да, еще прибыло. Охренеть. Уже на дороге здесь вода. Мусор оставляют люди за собой такого. Гады. Люди, свиньи. Что же вы делаете, свиньи? Чем мусорить? За собой оставлять. Это ж все потом в реку идет. Да, воды сколько, смотрите. Ужас. Да. Еще вода прибыла. Что, рыба что ли плавает? Походу, да? И мне кажется, что рыба. Что волна какая-то. Вот и кажется, что рыба. Да, воды вообще полно. Жесть. Жесть. Просто вода еще прибывает. Это не окончательный уровень, походу. Да-да, прибывает. Вода прибывает. Я до этого дерева еще подходил. Сегодня только вот. Уже считай, насколько поднялось. Уровень поднялся. Сейчас опасно по краю ходить, может провалиться в воду. Аккуратно проходить. Уважаемые родители, следите за своими детьми. Опять немножко вот потеплело, мне кажется. Смотрим еще раз до того ручья. Да, и да, вода поднимается. Да, уже поднялась. Получается, как я сказал, на 15 сантиметров. Сзади, но мне кажется больше.
уже дорогу скоро залет. Походу. Ну, вода до дороги почти дошла. Еще несколько сантиметров есть, в принципе.